Жители Луганской Народной Республики, имеющие гражданство Российской Федерации, становятся сторонниками Всероссийской политической партии «Единая Россия». 10 мая в торжественной обстановке прошло вручение партийных билетов руководству и сотрудникам Государственного комитета по земельным отношениям Луганской Народной Республики. Мне очень приятно, я уже здесь не первый раз, и разрешите мне по поручению секретаря политсовета Андрея Анатольевича и Виктора Петровича поздравить вас вот с праздниками. Мало того, мы с вами буквально вот отпраздновали Великий День Победы, и в преддверии нашего государственного праздника для республики. И вот Андрей Анатольевич Турчак говорит: ну, скажите вот этим дорогим нашим коллегам, что они на своем месте делают то, что обязан делать каждый человек. Сегодня были вручены 47 партийных билетов. Они позволяют жителям Луганской Народной Республики уже сегодня принимать активное участие в жизни и развитии Российской Федерации. Сегодня мы собрались по двум торжественным моментам. Первый – это разрешите вас поздравить с наступающим Днем Республики, который у нас завтра. Особенно приятно о том, что наш праздник совпал еще с одним событием, не менее приятным и торжественным – это то, что мы стали членами Единой России. Мы получим сегодня документы, подтверждающие, и поэтому от всей души вас поздравляю с двумя этими событиями. И хочу пожелать, чтобы у вас, прежде всего, было мирное небо над головой, все были ваши близкие здоровы, всех было хорошее настроение, работа, и пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Работа по развитию и упрочнению связи с самой многочисленной партией России на территориях молодых республик Донбасса продолжается постоянно. А благодаря открытию центра подачи заявлений в партию «Единая Россия» эта работа проводится качественно и результативно.